Представляете, выехать не могу. Сзади какая-то тачка встала, спрашивает адрес. Почтальон, господи. Так, вы мне 9.1 даете? Да. А то у меня все подряд дают, и 9.2, и все. А 9.2 это где у вас? Вот за гаражом обойдите. А, да, и увидите там вход. Хоть бы что путнее дали, да? Подарочки, например. Какую-нибудь открытку, посылочку. Нет, счета. За мусор. За мусор ни разу не платила. Пока. 3000 уже набежала. За свет я заплатила. Чего вы гоните на меня? Так, по лицевому счету за потребленную электроэнергию в размере 3900. Я все заплатила. Даже больше заплатила. 5,5 заплатила. У меня там еще на этом осталось, наверное. Столпали уже. А это что еще? Господи, спецавтобаза. 3200. Коршунова Эльвина Васильевна, блин. Тут вообще отопление, даже открывать ее не буду. Там пипец. Какие-то почтальоны у нас сейчас на машине ездят. Раньше пешком ходили с сумочками, да? Видите, как все меняется. Нет, и кто это выжрал бутылку и поставил это в сугроб, воткнул? Типа, что здесь? Дядя Петя ходит, дворник убирает все это. Какая-то мразь. Видите, да? Гараж стоит. Сволочь. Соседи, наверное, с той стороны, которые. Больше никто так не может сделать. Такую пакость у нас вообще на улице такого нету. А эти заехали, у нас все пропадает. Блин, все куда-то девается, как какой-то бермудский треугольник. Здравствуйте. Бабулечка что-то ходит с самого утра. Такая интересная бабушка живет вот здесь на проулке, получается, в углу. Каждое лето ходит, всякие камушки перетаскивает, что-то облагораживает, какие-то досочки, складывает их красиво. Так вот, по идее-то вообще все это нужно просто взять и выбросить. Но она что-то там делает, какую-то красоту, эстетику наводит. Добрая очень, хорошая женщина. Добрая. Олег сейчас перестал эту песенку петь. Застеснялся, видимо. А так-то у него хорошо получалось. Да, вот сегодня 31 декабря 2021 год. 2021 год. Неужели мы дожили? Офигеть. Вот ведь недавно я только школу закончила в 2003 году. Поступила в академию. В 2004 замуж вышла, в 2005 Данька родился, а уже 22 год. Мне раньше тоже мама такая что-нибудь рассказывает. Привет. Мама что-нибудь рассказывает. Вот, я школу закончила 15 лет назад. Я и то помню, там как это примеры решается, что-нибудь еще, когда домашку делала. И так казалось, какие 15 лет, что там, 15? Ну, где-то так, да. 15 лет назад, это так давно. Я вот школу закончила, она говорила 20, наверное, лет. Я вот школу закончила, на следующий год будет 20 лет назад, да? Офигеть, я же вообще бабка. Как страшно, мама. Спасите, помогите. Помогите кто-нибудь. Сейчас заеду на автомойку, узнаю, до скольки они работают. Если он, допустим, работает часов до 6 до 7, было бы здорово. И вообще, если он вообще работает сегодня, то я бы, знаете, как придумала только, что голова моя умная. Умная голова.
лампочка там такая моргнула. С детьми собираемся ехать на горки. Часика вот в 5 бы мы поехали. Я оставила бы машину, да? Пока, тем временем, пока мы катаемся на горках, радуемся жизни, зиме, Новому году. Пока у нас там предновогоднее настроение. Они моют мою машинку, да, чем сидеть и ждать. Просто меня что убивает в этой ситуации, когда нужно мыть машину, это ждать. Я не могу, вообще не могу. Так-то я бы вообще каждую неделю бы ездила вот так вот. Не ждя. Только реально как ждун сидишь, час сидишь, целый час, ничего не делаешь. Хотя вроде бы залипни в интернете, да, как ты это обычно делаешь. Как-то неинтересно в интернете залипать на автомойке. У нас такие колеи вообще жуткие. Прямо таскает. Меня таскает даже иногда. А представляю, вот эти простые машинки маленькие, где маленькие колесики, там вообще аккуратно надо быть. Я помню, на Матизе ездила, он же маленький, легкий, колесики малюсенькие. Ох, на повороте вообще подтаскивала постоянно. Она же легкая и вообще туда. Постоянно это, боком-боком. Входила в поворот. Переезд закрытый, поэтому через этот мост. Не знаю даже, как этот мост называется. Ой, сейчас заеду на эту автомойку, все знаю. Вот, да, обрадовал меня счетами. Вот надо же 31 декабря такую подляну сделать, принести целую кипу бумаг, целую портянку цифр, которых я должна. Никакого вообще этого. Никакой тактичности, да? Что-то пим-то, я давно бы могла проехать, пока он там тормозил. Придется всех пропускать. Ладно, я отключаюсь. Так, ну вот, я все узнала. Ну вот опять сзади встала меня. Это что за фигня вообще? Вот нормальный, нет? Такая, захожу там автомойщик. Я говорю, сегодня до скольки работаете? Он говорит, не знаю, у директора надо спрашивать. Я такая, захожу, идет какой-то дворник. На меня так смотрит вопрошающе. Я говорю, вы директор? Он такой, да, говорит, директор, дворник, все в одном лице. Я говорю, понятно. Как он там ремнями своими обмотается, блин, вокруг своей шеи. Иди уже. Ну, короче, сам не знает, говорит, как машины будут. Так, говорит, до 6 планируем, до 7. Если машины будут, то до 7. А если это тишина будет, то до 5. Ну, короче, условились на том, что я там сфотографировала номер телефона, звоню 4:30. Если у него есть машина, я приезжаю к 6. Если нет машин, я приезжаю в 5. Приезжаю в 5, и мы с Вовчиком, не знаю, Данька идет, не идет. Вот она, мусарка. Получается, автомойка, вот это около мусарки. Это Каменский район. Раньше была Каменская РВД, сейчас какой-то отдел полиции, какой-то там номер 100-500. Вижу там все по цифрам после реформы-то. Назвали, обозвали всяко разно. А, пока мы с Вовчиком катаемся на горках, как раз уже будет темно. И вот они мне этим временем будут мыть машину. А куда я еду опять? Ладно, мне надо в одно место съездить. Срочно. Время 2:00, бестолково. Иди готовь что-нибудь. Срочно куда-то поехала. Так, что же. Ладно, я все успею. Буду повторять как мантру. Я все успею. Мне лишь бы покататься. Шамиль проехали с Любинкой. Мне лишь бы на машине покататься. Я говорила, сегодня движухи не будет. Ага. Не угадала. Вообще не угадала. Столба кушает. Видели, да, какие вообще ямины? Именно в этом месте постоянно вот это место латают. И именно в этом месте постоянно ямы. Я ничего не пойму, что за тут. Какая-то хрень ямковая, ямочная. Везде все нормально,
там дырень, дырище. Так, ну в городе, что мне, ничего не надо. Надеюсь, это все из пятерки. Все у нас на Шанхае можно взять. Ой, вот. Видите, да? Диск отсутствует, пишет. Я раньше нажимала вот сюда на диск. Видно, не видно? Блин. Вот сюда на диск нажимала, и он мне AUX выводил. А сейчас нажимаю, нихера. Что произошло? Что я вообще сделала? Я уже все настройки сбрасывала до заводских. Вон система. Так. Вот, видите? Вот. Вот сумкой задеваю, и что-то я сделала. Вот. Система, дисплей, язык, активирование Bluetooth, сброс. Уже все сбрасывала. Вон люди-то вообще 31-го елки тащи, наверное, купили за 300 рублей такую огромную. Я так же хотела. Последний момент взять. Я не знаю, зачем так рано ее ставить, числа 13-15, она же надоедает. И уже нет такого восторга от нее. Ну, смотрите, опять машины, блин. Фу ты, пропасть. Короче, я дворами проеду. Чем здесь стоять, ждать? Двигаемся. Нахер надо. Тут этот светофор горит буквально вообще, я не знаю, даже минуты не горит, наверное, секунд 20. И раньше вообще как все светофоры работали? Вот, допустим, одна сторона, да, едет. Налево поворачиваешь, пропускаешь как помеху справа. Ну, нормальное стандартное движение. А сейчас из-за этих дебилов, которые постоянно долбятся друг дружку на ровном месте, сделали сначала одна сторона едет, даже не сторона, а как сказать. Ну, допустим, я еду, кто напротив меня навстречу мне, они стоят, пропускают. Потом они навстречу, кто едут, мы стоим тут все три стороны. Потом те, и вот так вот все. И вот это вот столько времени ты просто стоишь на этом светофоре. Сейчас здесь проехали дворами, повернем направо и уйдем. Тут как раз зелененький горит. Так, слева. Ну, там гайки еще стоят. Ой, вот и все. Да ты твою. Твою. Когда раньше были не маленькие, ну, когда нам лет было по 15-16, мы одевали эти чепчики, колпаки новогодние. Кто-то там из парней одевался в Деда Мороза. Или не одевался ли у нас. Или мы хотели кого-то запрячь. В итоге не получилось. Ну, короче, ходили вот так вот. Всех поздравляли, прыгали, конфетки дарили. Так вообще здорово было. Вообще было здорово все. Все, я отключаюсь, у меня ручки замерзли.